Количество и качество. Впервые карагандинские спортсмены завоевали такое большое количество медалей на чемпионате мира по тхэквондо – 4 золотых, 8 серебряных и 6 бронзовых. Всю неделю в Италии выбирали сильнейших среди юниоров и ветеранов. Антон Александров встретился с обладателями наград. Пресс-конференция по случаю беспрецедентного количества завоеванных медалей организовали в здании Дворца спорта имени Нуркена Абдирова. Сегодня здесь победители 11-го чемпионата мира по тхэквондо среди юниоров. Георгий Андросов взял золото в спарринге в весовой категории 63 килограмма. Ученик 11-го класса 48-й школы на соревнованиях такого уровня участвует уже во второй раз. Тогда он привез бронзу, теперь золотую медаль. Много соперников, 6 боев я провел. Это соперники с различных стран. Это Финляндия, Беларусь, Украина. В финале встретился с спортсменом из Украины. Минск, Белоруссия была. Вот. Спортсмены из России. Также был спортсмен из Порто-Рики и спортсмен из Греции. Вот, и между ними я одержал победу. Все соперники были весьма достойны, так как это чемпионат мира. Все были очень готовы, каждый стремился победить другого. Но, наверное, желание у меня было больше, и поэтому смог победить, да. В общем, на соревнованиях в Италии приняли участие 800 спортсменов из 68 стран мира. Основными соперниками была сборная Кореи, России, Украины и Греции. Их хорошая подготовка определена большим количеством спортсменов на соревнованиях более низкого уровня. Между тем, Карагандинская область лидирует в Казахстане по продвижению такого вида спорта, как тхэквондо. В процентном отношении это 80% спортсменов сборной это составляет наши карагандинцы. Эта традиция была уже, скажем так, давнишняя. Это продолжается на протяжении уже 15 лет, наверное, что базовая команда национальной сборной среди взрослых, среди юниоров – это именно Караганда. Высокая мотивация наших спортсменов дает положительный эффект, уверены тренеры. В этом году на чемпионат мира приехали почти вдвое больше ребят, чем предыдущие годы. В итоге привезли 4 золотых медали, 8 серебряных и 6 бронзовых. К тому же яркие костюмы нашей команды сразу привлекали внимание болельщиков со всего мира. Сборную Казахстана в общем представили 30 человек. Следующий чемпионат мира по тхэквондо пройдет в Минске. Антон Александров, Диас Нурмуханов, Данил Заславский, 5 канал.